Казахстан не допустит резкого колебания тенге. Президент страны Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании правительства обратился к представителям национальных компаний с просьбой поддержать национальную валюту. Просьба в целом холдингу и национальным компаниям поддержать казахстанскую валюту путем обмена ваших денег, конечно, надо договориться, есть моменты необходимости какие-то, чтобы этот момент будет очень важен для тенге. Я ко всем национальным компаниям обращаюсь. Я понимаю, о чем идет речь. Значит, Казахстан постарается не допустить резких колебаний курса тенге и учесть все ваши интересы, но сейчас надо это проделать.